Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Империон Галактик Сурвайвал, и Сурвайвал наш закончился в прошлой серии, потому что мы сделали усиление для нашего костюма, которое защищает нас просто от галактического холода. И я не на запись еще немного покопал, выкопал всю медь, которая была недалеко у нас тут в залежах. Давайте возьмем сейчас еще патрончиков сразу для винтовочки, хорошо. Собрал еще немного еды, пофармил рапторов, мясца немного раздобыл с них, также немного растительного белка, и часть растительного белка вместе с деревом перерабатывается в бинты. Нам они тоже определенно понадобятся, если мы пойдем куда-то в опасные места, что-то где-то лутать, и, наверное, сегодня этим займемся. Я еще также не на записи осмотрел все вот эти мелкие обломки вместе нашего крушения. Там ничего совершенно интересного не было, поэтому записывать я все это дело не стал. Там было буквально пару консерв, пару стимуляторов. Может быть, там какие-то провода или пластины стальные были. Ну, что-то такое простенькое из базовых ресурсов. Ничего интересного, поэтому, да, я все это дело не записывал. Но вот в эти большие обломки мы сейчас наведаемся первым делом. И потом пойдем чего-то где-то полутаем в каком-нибудь мрачном месте, в шахте, в бункере или в фабрике. Посмотрим. Ну и тоже было бы еще неплохо поискать залежи прометия. На одни залежи меди у нас уже на карте меньше стало, потому что выкопал их, да. Но это все как бы такое. У нас намечается нападение Империи Зиракс меньше, чем через 10 дней. И несколько дней назад было больше, чем через 10, да? То есть около 8 дней нам осталось до нападения. Плюс-минус. Плюс-минус. Как только я закончил записывать прошлую серию, в конце серии как раз посмотрел, такой, а, не, вроде нападения никакого нет. Мы там как раз в прошлой серии начали хулиганить, на дронов нападали уже зираксовских, да? И как только я закончил записывать серию... Позанимался на базе, тут что-то там посмотрел, поставил крафтиться патроны, потом смотрю, открываю, и, о, больше 10 дней до нападения уже. Так что ждем. Ждем, будет интересно посмотреть, прилетят ли просто там пару дронов каких-то несчастных, и, может быть, наши турели их тут встретят, если они, да, сюда как-то додумаются залететь. Или, может быть, даже высадка десанта будет. Будет интересно, короче. Но пока, да, пока есть время... Поехали, пособираем ресурсы. Да, прежде чем мы поедем, пособираем ресурсы, давайте скрафтим еще пару интересных штук. Во-первых, изучим их. Что там? Я пока собирал ресурсы, практически 11 уровень взял уже, 87 очков на распределение у нас есть. И я хотел в разделе... вот, беспроводное соединение взять. Делаем, как я уже сказал... Беспроводное соединение, две штуки сделаем. Одно поставим на базе, другое прицепим к самому кораблю. Да, мы уже можем позволить себе, у нас довольно много ресурсов. Двигатель тоже сделаем, еще один. Двигатель, чтобы, наверное, тормозить удобнее было, который будет нам обратную тягу давать. Мы его как раз... Можно было на самом деле, как вот я поставил один двигатель в одну сторону, другой в другую. Нам бы, наверное, на этом корабле такого варианта хватило бы. Но сейчас мы поставим еще один двигатель. Я просто не думал, что 50 чего там метров в секунду или чего, какая там у нас скорость получается. Это максимум, что мы можем выдавить. Но, увы. И что у нас еще? Патроны для снайперки есть в запасе. Возьмем их с собой. У нас 300 патронов, наверное, нам хватит пока. Еще 300 для винтовки вот можно взять. Винтовка ужасная, конечно. Да и, в принципе, оружие все тут такое ужасное, весьма не очень удобное. Или, я бы даже сказал, очень неудобное. Нужно будет деньги еще пойти через банкомат на счет наш положить. И, может быть, еще квесты поделаем. Побочные, простые квесты, там, где, да, никаких диалогов нет. У нас есть еще у Талана... пара заданий. Поохотиться на хищников. Золотые монеты как раз получим. Потом... А, тут, да. Золотые монеты только и дают. Собрать немного дерева тоже золотые монеты получим. И репутация, в принципе, да. На золотые монеты мы сможем в карты поиграть у Поляриса, да, в баре.
проиграть все золото там. Жалко, наверное, нельзя золотые монеты обратно в золото переплавить. Где-то можно было так делать в какой-то из игр. Но, по-моему, тут нельзя. Но мы не об этом. Мы о чем? Мы о том, что беспроводное соединение. Давайте поставим одно на базе где-нибудь. Неважно где. И одно поставим на корабле. Как только вот уже скрафтилось. И теперь можно будет удобно... да, тут... Ладно, поставлю я его сюда. Теперь удобно, можно будет перекидывать вещички из, например, сразу корабля. Вон холодильник, например, открыли, и сразу холодильник здесь открыли. Можно туда-сюда перекидывать барахло, не это самое, не заморачиваясь. Wi-Fi, да? Передача предметов по Wi-Fi. Все хорошо. И что нам еще надо? Да, двигатель я хотел. Так, двигатель. Давайте поставим, чтобы можно было задний ход нормально давать. Вот именно в таком положении мы его поставим. Тут все отлично работает. В какую сторону мы не развернули, да? Ну, как и в этом, в Авориане. Так, ну, вроде бы все. Мы вроде как в полной боевой готовы отправиться навстречу приключений. Сегодня нас ждет увлекательное лутание. Но первым делом давайте отправимся к большим обломкам. И посмотрим, что мы там сможем получить. Там есть пластина, обшивка корпуса, такая прочная какая-то, армированная, которая разбирается на стальные пластины и на еще какие-то пластины, руды, на которую как бы у нас на планете нет. Давайте сейчас сделаем ресурсный бур. Так, точнее не ресурсный бур, утилизация как раз. Вот, блоки из оружейной стали. И здесь интересно, все это дело можно разобрать при помощи небольшого жульничества, я бы сказал. Но на самом деле вроде ничего такого страшного в этом жульничестве нет. Все им пользуются. Мы можем как сделать? Сейчас уберем все вот эти лишние блоки мелкие. Они как полублоки считаются, да, и на них вся эта конструкция держится. Уберем все полублоки отсюда и спилим нижнюю часть тоже. И все это дело рухнет. И пока оно будет падать, мы это все сможем пособирать. Быстро и эффективно. Получить целую гору ресурсов сможем таким образом. И пластины давайте сейчас посмотрим. Какой-нибудь тонкий блок из оружейной этой, да? Из оружейной стали. Мы получаем сатиумные пластины. Сатиума у нас нет. Здесь, на этой планете, я вообще не знаю, что это. Может, это не руда, а там сплав какой-то, который... что происходит? О, что-то заглючило это, не кликалось. Ну, в общем, как сатиумовые пластины делать, я пока не знаю, но забрать их большое количество, я думаю, нам пригодится. Будет полезно. Поэтому сейчас мы здесь все разберем. Так, конструкции поменьше я уже обвалил, но сейчас самое интересное и самое вкусное. Я повредил, вот сколько тут, 6 блоков оставшихся снизу, на которых все держится, до буквально одного повреждения, которое нужно нанести, и чтобы избавиться от них. И сейчас все вот это вот красиво-красиво обвалится. Оп, инвентарь полон, невозможно взять, черт. Все вот это сейчас исчезнет. По идее, да. Обвалилось немного раньше, чем я думал. Какие-то зачатки физики есть. Вот, но в любом случае мы получили 182 сатиумных, да, пластины и 229 стальных. И примерно столько же у меня лежит уже в... В
грузовых отсеках, поэтому пойдем сейчас выложим. О, там остался, кстати, кусок, висящий в воздухе, на удивление. Пойдем сейчас все это дело дома выгрузим, потому что полностью инвентарь уж забит. Ну да, мы, наверное, могли бы получить намного больше, если бы разбирали все это дело более грамотно, что ли. Ну, на это бы ушло намного больше времени. И, в принципе, тут есть что разбирать, на что время потратить, да, есть что покопать, поэтому это не так принципиально. Но все равно ресурсов получить небольшую кучку приятно. Итого получилось 327 сатиумных пластин и 587 стальных. Ну, может, там каких-то стальных пластин у меня было сколько-то в запасе. Но, да, неплохо. Теперь давайте по заданиям повторяемым немножко пройдемся, чтобы наш банковский счет немножечко наполнить. Выберем, наверное, вот это самая простая миссия, самая продуктивная. Нужно дронов уничтожить возле одних и тех же обломков даже, да? Окей. Так. Ждем дронов. Вижу дронов. По нам стреляли, мне показалось. Есть. Задание чем хорошее? Тем, что с дронов выпадают весьма-весьма полезные материалы. Зачастую. И надо посмотреть еще на задания, повторяемые у этой. У Талана. У другой фракции, которая есть на этой планете. Так. Хорошо. Рапторов, наверное, сейчас я не буду на рапторов отвлекаться. Здесь, во всяком случае. Так. О, магнитные сердечники нам тоже нужны, и мы пока крафтить их не можем еще, потому что ресурсов кое-каких на них не хватает. Тоже хорошо. Вполне себе полезный рез. Плюс деньжат немного. Теперь давайте... Вот это задание, наверное... Точнее, вот это задание я, наверное, не очень хочу делать. Потому что летать далеко нужно будет. Может быть, потом... Хотя, с другой стороны, мы можем его взять, правильно... Начать выполнять и потом взять другое задание. Не знаю. Можем мы так сделать или не можем, но давайте пройдемся по заданиям Талана. Не квестовым, да, по обычным заданиям. Нужно уничтожить хищников. Посмотрим, что предлагают здесь. Да, поехали, конечно же. Желтого маркера я пока не вижу. Нам надо, наверное, на их территорию направиться. Отправиться, я предполагаю. Или просто убить хищников. 10 штук. Неважно где. Сейчас посмотрим. В любом случае, полетели к ним на территорию. Я с ними хотел бы тоже до дружественных отношений поднять. В плане торговли, я думаю, что они не очень интересные для нас будут. Рапторы, причем, это не хищники. Как мы уже поняли, нам надо 10 тараканов убить. Каких-то гадских, мерзких тараканов. Ой, как хорошо мы взлетели. Так. По дороге тут еще пара обломков... Но, блин, вот опять же, не окажутся ли эти обломки какими-то квестовыми?
Я не уверен. Так. Территория Талана где-то тут в горах. За горами. Жух. О, как хорошо летаем. Все, можно приземляться. Ровная, хорошая поверхность. Будем искать мерзких тараканов. Аутпост. Еще один аутпост. Дайте нам лучше тараканов. Ну, наконец-то. Первые мерзкие насекомые, которых я нашел. Первый пошел. Второй. И третий. Ну, их мы полутаем, конечно. Мясо заберем. О, инопланетная мразь. Еще одна. Давайте мы сейчас быстренько. Хоп-хоп. Стрелять же так неудобно, блин. Буп. Вот это другое дело. Но его за хищника тоже не считают. К сожалению. Оп, мимо. Так. Несколько арахнидов спустя. Задание выполнено. Они мне очень благодарны за помощь. Я им тоже очень благодарен за возможность получить немного опыта. Немного. Сколько-то у меня уже, наверное... Наверное... Да, 12 уровень скоро, отлично. И Талан, да, уже далеко за дружественные отношения. Скоро... Мне вот интересно, следующее после дружественных превознесения ли... Там некоторые задания доступны на превознесение. Блин, там... А, это был убитый таракан. Так. Кстати... А, я не на их территории только что был. Ну, хорошо. Кстати, да. Очень интересная тема с фракцией Апсос. Это перлы нашего русского перевода. Вот эти вот абсосы. Мы их там в космосе где-то сможем встретить. И они так и называются. Абсосы. Все хорошо. Так. Но мы не об этом. Мы не про абсосов. Давайте посмотрим, что у нас дальше за задание. Соберите немного дерева, чтобы они могли укрепить... О, чтобы они могли укрепить поселение и лучше экипировать воинов. Давайте посмотрим. Включим. Harvesting some wood. Давай. Показалось? Показалось, это елка простая. Но на их территории... А, я уже могу на их территории копать тоже, да-да-да. Теперь я могу безнаказанно на их территории рубить дерево. Так, а вот тут интересно. Мясо перекинем. И вот это вот все. Тут интересно. Давайте посмотрим. Вот эти вот слотики меня немного смущают. Почему нельзя было сделать, чтобы не было вот этой пустоты? Ага. Буром дерево не засчитывается. Надо его именно добывать. Может, бензопилу надо было скрафтить. Но мы один раз это задание сделаем. Возвращаться к нему я не буду, наверное. Это не весело. Но посмотреть один раз интересно.
Да, 6 дерева, то только так получается. Так, хорошо, они очень мне благодарны. И дерево у меня осталось? Но деньги я получил точно за это задание уже. Конечно, интересно, интересно. Ладно, Анхолия. Следующее задание. Мы, кстати, да, вот это как раз Honored. Honored нужна репутация при вознесении. А сейчас давайте посмотрим. Мы чувствуем, короче, какое-то... Присутствие... надо было взять его. Присутствие какой-то гадости, которую мы должны искоренить. И... Оу! Заброшенный фасилити. Окей. Пошли. Пошли. Сейчас искореним всю гадость из... Не фасилити, а фактори, да? Из этого завода заброшенного. Это хорошо, это интересно. Это то, к чему мы готовились. Что там нам за задание за само еще дадут? Еще раз посмотрим. Скаут пока что, да? Смотреть 20 золотых монет и 1200 репы. 1200 репы мне ничего не даст, по большому счету. Ну ладно, посмотрим сейчас, что с заданием. Итак, заброшенный завод. Фабрика заброшенная, да? Все? Ой-ой-ой-ой-ой. Тут по нам стреляют. Какие там страшные звуки. Так, я думал, там нужно будет от кого-то избавиться, а не просто, да, найти это место. Ну, я нашел, хорошо. И у Поляриса тоже есть задания, которые мы сразу не могли повыполнять. Давайте, наверное, попробуем их тогда сделать. Оставим этот заводик на потом. Пока что выполним что-нибудь из вот этого. Вернуть несколько образцов прометиума, чтобы мы могли заработать, точнее, изучить их. Изучить их, да. Давай посмотрим. Да, да. Я согласен. Просто собрать прометиумовые руды. Угу. Нам место не подскажет. Но у нас есть место, да, вот там. Окей, давайте соберем. Может быть, она у нас тоже останется тогда вообще? У нас двойной профит выходит. Я только за. Где-то за вот этой вот горой. А если мы где-нибудь тут в горах еще и ледяных големов найдем? Блин, в описании, когда игра загружается, там не описание, а картинки и небольшие там, ну, такие советы, подсказки про, по игре. Вот, по-моему, да, как раз руда. И написано, на ледяных планетах встречаются очень опасные ледяные големы. Угу. А, это пентоксид, подождите. Я пентоксид с прометиумом путаю все время. Прометиум. Прометиум это как раз тот... да, рисую... Во, правильно. Прометий. Так, ладно. Прометий. Говорили они. Хоть бы подсказали, где можно его найти. Тут, я думаю, мы можем уже тоже меточку поставить. Принять.
Ну, где-то должны быть его залежи точно. Поэтому предлагаю, наверное, поискать все-таки. Раз такая пьянка, полетели, поищем. Залежи и этот... блин, сколько тут этого пентоксида. Может, пособирать все-таки. По дороге. Как бы... Он-то нам понадобится в любом случае. Подумаешь, минус 56. О, инвентарь полон. Так, быстро. Ладно, сейчас разгрузим. А, ну, дерево, да. Дерево. Ладно. Можно, кстати... Патроны, наверное, перегрузить будет сейчас. Топливом можно будет заправить тоже. Патроны сразу в контейнер для боеприпасов добавим. Чуть-чуть не поместилось. Ладно, выложим пока что сюда. И... заправить тебя по полной программе. А вот и опасного ледяного голема я увидел. Как бы только к нему тут забраться. Привет. Привет. О, он даже сагрился на меня. Ну ничего себе, какой он опасный прям. Так, смогу я, интересно, вот тут лутануть аккуратненько? О. Двенадцать прометиевой руды я собрал. Что ты еще от меня хочешь? Смотри. Тут халява такая получилась. А задание не засчитывается. Блин, надо именно, наверное, да, накопать. Накопать эту руду обязательно. Это классно. Големы вообще шикарные. Я бы сказал. Но да, надо поискать руды немного. Ну, как раз это для нас будет очень полезно. В любом случае мы сможем делать эти батарейки, не батарейки, заряды для нашего мультитула и для бура, пока что которых у нас нет из-за отсутствия прометия. Так, все, я думаю, с пентоксидом пока хватит. Я там собрал полтора десятка, наверное. Полетели куда-нибудь не сюда. О, еще один голем. Его нельзя упускать. Ну, красота прям. Голем прям как лутбокс. Никогда не знаешь, что в нем найдешь. Иногда вот можно камни найти. Сразу мы их выкинем. Классно. Мне нравятся големы. Жалко, что они камнями не кидают. Ну, было бы хотя бы как-то, ну... больше баланса в этом. А то такая халява. Беззащитная совершенно. Древний храм был обнаружен по дороге. Давайте, что ли, залутаем его. Там должно быть что-то вкусненькое. Сейчас мы только от живности местной избавимся. Его я лутать, наверное, даже не пойду. И в той стороне вон залежи ресурсов какие-то. Шансы как бы есть, что это прометиум. Но небольшие, конечно же. Так, фонарик на плече у нас есть. Что, прям ничего нет?
Прокопал я тут все практически снизу. Никаких следов чего-либо интересного. Может быть такое. Хоть бы там, я не знаю, какой-нибудь маленький сундучок бы засунули. С... Да банально просто золотых монет туда десяток положить уже. Приятно было бы найти. Ну ладно. Я пошел тогда отсюда. Давайте вот может... Может тут весь клад зарыт. Да нет тут нифига. Эта земля там просто... Ну ладно. Уходим к ресурсам. Где они там были? Вон, 2 километра. Погнали. Ресурс, конечно же, дрон с пулеметом охраняет. И это просто прекрасно. Здесь куча руды еще. Такой. Что там было? А железные залежи обнаружены. Куча дронов. И высадка десанта, да, где-то была объявлена. Десант, по идее, как я понял, сюда летит. Но он летит где-то с основной базы и прилетит еще, я думаю, не скоро. Там вот что-то есть. Пойдем посмотрим. Разбитый какой-то тоже большой корабль или... да, транспорт. У нас такой недалеко от нашей базы тоже есть. Еще лутанем быстренько, осмотрим его. Так, хорошо. Блин, дрон на крышу свалился. Не очень удобно. .16. Так. Никого не видать пока. Давайте перезарядим пулеметы. Запустим сканер и выгрузим, наверное, барахло и поедим еще тоже сразу. Так, ну что, пошли. Быстренько осмотримся здесь. Возьмем, наверное, пулемет на всякий случай. Магнитный сердечник — это определенно хорошо. О, заряд для мультитула. Компьютеры тоже неплохо. Меньше крафтить придется. Так, это у нас лифт. Пойдем поднимемся. Вот оно чё. Так. Использовать... О, выносливость восстановлена. Прикольно. Посидел на столе, наверное, немного. Ванна. Броня минус 80. Да, точно такая же, как у нас. Несварение, похмелье. Убирается, да, использованием туалета. Так. Усилитель кислорода. Броня еще минус 10. Запас кислорода увеличен, но нам это не надо. РП пойдет. Так, это просто дверки.
Горшки я бы с цветами забрал бы отсюда. С удовольствием, в принципе. Так, я думаю, что да, это еще не все. Здесь должно быть еще что-то интересное. Ну, кроме дрона с ракетами. Опа! А вот и транспорт с десантом. Давай задний ход, что ж ты тормозишь-то так? Блин. Ух ты, ракета полетела, что ли? Давай, взлетаем. Взлетаем, насколько мы можем взлетать. Вот это интересно. Так. Блоп, да что ж, как неудобно. Ну, где они все? А, вот они все. Там собака какая-то. Робот 10 уровня. Вот это вот тело было с ракетницей. Ну и пес там какой-то. Риппер Дог. Так, там вон еще, по-моему, тело с ракетницей. Все. С десантом мы разобрались. Кажется. Ну, давай, вылазь. Турельный робот. О, колбаска. Пойдет. Мясо, да, это живой был пес. Я думал, это какой-то тоже роботизированный. А это что там было? Сейчас посмотрим, я быстренько лутанул все. Набор улучшения для дробовика. Мы можем сделать дробаш и улучшить его до Т2 тира. Увеличив его урон теперь. Интересно. Так. Мне кажется, что я вот не был вот в этой комнате еще. А, нет, был. Тогда мы везде вроде были как. Да. Во все туалеты заглянули. Ну ладно, тогда валим. Валим дальше Прометиум искать. Колбасы только съедим. Свежей, сочной колбаски. А мяско в холодильник сейчас закинем. Таблетки антитоксиновые. Ух, какая там башня виднеется. Ну и две залежи ресурсов тоже виднеются. Давайте посмотрим, что за башня. Неизвестный какой-то хеликс. Грохнем, может быть, дронов сразу. Хеликс. Башня выглядит довольно пустой. О, кстати, по-моему, была такая штука. Еще в прошлом сезоне. Мне ребята говорили, что там в самом верху сундук, типа. Или что-то просто очень похожее. Так, инопланетных этих ассасинов я... давно не видел. Дроны вызвали тоже подкрепление, опять же.
Пусть прилетают. Мы еще колбаски у них возьмем. Доставка колбаски на дом. И апгрейдов для дробаша. О, классно же было. Пока он там голема сейчас грохнем. Надо только аккуратно будет тоже сразу же быстро улететь, потому что я думаю, один выстрел из ракетницы и все. От моего ховера ничего не останется. А еще место у нас закончилось, я бы сказал, практически совсем. Так, давай джетпак. Восстанавливайся. Неизвестный Хеликс. Хеликс. Блин. Места нет, големы. Что вы делаете со мной? Побежит он за мной сейчас. Вот, блин. Кривая винтовка вообще до ужаса. Так. Камни я выброшу. Все остальное мы оставим. Давайте посмотрим на Хеликс, пока к нам гости тут летят. Там дрон с ракетами. А, нет, давайте мы, наверное, кстати, посмотрим на ресурсы. Может быть, задание получится выполнить сразу. И дрона грохнем. Быстренько почистим здесь место. С железом. Не, ну, рано или поздно закончатся ресурсы такие простые, да, и Прометей мы найдем. Лишь вопрос времени и дальности от нашей базы. Блин, там еще голем один. Обалдеть. Ну, выходи. По-скромному. Всего лишь пара батареек. Он даже не понял, что произошло. Ого. Сколько всего тут. Заскозиевая руда. Заскозиевая. Евая. Я даже не знаю. О, о. Транспорт. Короче, он какой-то жутко бронированный. Но он не высадил никого, по-моему, тупо улетел. Да, где-то там? А, вот он, вот он. Сюда решил высадить. Хорошо. Давай, ща мы найдем удобное место для обстрела твоего десанта. Так... А где они? А. Все, он улетел. Дрон, дрон. Дрон, дон, дон. Наверное, потому что, типа, меня рядом не было. Он такой прилетел, приземлился, посмотрел, что никого... И улетел. Ладно, давайте на Хеликс посмотрим.
Какие-то шары внутри. И, по-моему, вот сверху там вот этот кристалл, по-моему, лутануть можно. Есть вход. Входа нет. Ух ты ж, ёлки-палки. Что это? Что это за гадость? Это скорпион какой-то. Так. Там еще тоже скорпион. Вот я вот этого больше всего не люблю, когда просто из воздуха появляются какие-то тараканы особенно. Мерзкие, гадские тараканы. Тринадцатый уровень получен. 850 опыта с жука. Так, а где он? Второй, который... О, вон вижу где-то. Пытается плевать в меня, что ли? Я понять не могу. Может, каждый шар это... Типа спавнилка... Каких-то гадов мерзких. Ух ты ж! Сколько он на 220 урона вломил? Так, надо побинтоваться. Надо поесть. Хорошо, что мы мясо, да, 16 штук насобирали, немало. Будет чем восполнить припасы. Так, и, наверное, еще разок бинтанемся. Бинтанемся, говорю, разок. О, так. Давайте сейчас я приземлюсь пониже, чтобы легче было забираться и, может быть, поближе подъеду. Какие ужасы. У него два языка, кажется. Один из необычного места торчит. Музыка еще затихает. Ёлки-палки, тут звуки страшные. Ой, радиация еще. Вот это вот как бы дорожка наверх, но... Тут кто-то явно есть. Попробуем спрыгнуть на джетпаке. Вон там контейнер, да, под кристаллом, типа. Который вроде как-то можно лутануть. Я только не знаю, как. Я не дотянусь. О, дотянулся. А, я места нету забрать все. Взрывчатка, порошок магния. Так, железо я могу выложить, медь могу выложить. Куча слитков, ёлки-палки. Что я могу выложить? Что мне не жалко? Компьютеры жалко, битый камень мне не жалко. К
Кремниевую руду я могу выложить, вот это могу выложить. Медные. Я, наверное, медные слитки брать не буду. Ну, хотя... Вот так вот мы, наверное, возьмем. Так, хорошо. Где-то там еще какая-то гадость орет. Ой, вот она. О, полетели, полетели, полетели. Фух. Что, экспу пофармим немного? Патрончиков чуток есть. Кошмар. Имя ему. Да-да-да, вот эта вот штука была еще когда-то там, когда мы играли. Сколько-то лет назад. Фух. Так, давайте посмотрим, что можно выложить. Разложил барахло по контейнерам. Есть еще у нас полный инвентарь, так что можно забрать остатки. Я дерево там еще повыкидывал тоже, да. Можем попробовать забрать немного барахла еще. Но там вот, да, есть ядро. В принципе, ядро-то можно уничтожить, правильно? И можно поставить, к примеру, свое ядро. Я сейчас больно будет, думал. Нет, нормально. Можно или свое ядро поставить, получается, или без ядра, по идее, мы сможем разобрать всю эту конструкцию. Если будет желание. Но я думаю, здесь смысла особого нет в этом. О-о-о! Тихо. Фух. Хотя, может быть, да, на самом деле здесь какие-то есть важные ресурсы, ценные. Во. Ну, камень нам не надо, камень пусть лежит. Все. Теперь мы вроде бы точно все забрали. Важное отсюда. Ух ты ж, елки-палки. В принципе, 700 опыта нормально с них так идет тоже. И пулеметом убиваются довольно легко. Я хотел посмотреть, из чего у нас это стальные блоки. Это тоже стальной блок, просто прочный, ясно. Тут тогда вроде больше интересного ничего нет. Фух, хорошо. Перезарядим. Пулемет. Патронов, кстати, к пулемету уже практически не осталось. Все потратили мы сегодня. Пойдем посмотрим на вот эти вот ресурсы. Две залежи есть. Может быть, какая-то из них уже будет промитием, наконец-то. И вот и промитиевые залежи, действительно. Надо только с дронами разобраться. Здесь два дрона. И можно будет покопать полный инвентарь промития, как раз и задание выполнить. Так, пулеметы. Что-то с этими дронами не то явно. Так, давайте, может, пока быстренько, пока не прилетели ребята с десанта. Быстренько выкопаем. Копать, наверное, буду буром моим. Проще, наверное, будет, чем на транспорт, на этом, да, на нашем ховербайке. О, как далеко этот. Пойду. Лутану его через машину нашу. Давай, 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 давай. Ну, вылазь. Так, 100% руды осталось.
Там голем сверху был, но мы, наверное, не будем пока что на него внимания обращать. Давайте быстренько. Так. 30 метров. 17, 15. Давай вот так. Сканер запустим. О, летят. Летят, во. Я предлагаю их все-таки подождать. Где-нибудь на горку сейчас забраться и расстрелять их. Все-таки. Пока они там будут высаживаться, да? Будут же. Будут, хорошо. Так, я типа тут. Вы там высаживаетесь, давайте, да, да, молодцы. О, я слышу уже кого-то. Молодцы. Ты кого-то оставил? Никого не вижу. Хм. Может, он их прям туда высадил? В дыру? Или куда-нибудь сюда? Не, никого. Сейчас просто боюсь, чтобы ракета не прилетела в корабль мой, да, и мы не потеряли все, что нажито непосильным трудом за сегодня. Но вроде никого. Ладно. Нет десанта. Нет колбаски. Какие-то звуки странные я, правда, слышу. Ну, это, наверное, просто фоновые. Ну, ладно. Возвращаемся к увлекательному копанию Прометия. Докопали мы там до него. 4 метра. Я просто, наверное, не в ту сторону куда-то копал. Третий уровень. Прометиевые залежи. Что-то так как-то странно выглядит. Бурение камней, контейнер. Контейнер. Боже мой, как это было страшно только что. 20 прометия мы вскопали. Но это еще не все, по идее, да? 100% осталось руды. Приблизительно. Поларис благодарит меня за работу. Я так понимаю, что 15 руды, которую они просили забрать, достать, она, как и дерево, у Талана осталась мне же. Что-то странно с этой рудой тут, непонятное такое происходит, необычное что-то. 100% осталось. Я, конечно, не спец, но кажется, с этими прометиевыми залежами что-то не то. Потому что нет здесь ничего. Хоть и написано, что 100% залежи осталось, да, как бы. Просто ничего нет. Я, может, что не понимаю, как это работает, но
с другими залежами руды все было просто и понятно. Здесь какой-то контейнер был, который взорвался. Мы получили руду, 20 штучек всего, и больше нету ничего. Моя не понимать. Совсем не понимать причем. Ну да ладно, я выброшу остатки камня. Уже выбросил полный стак, 180 штук полностью накопал. Ну, это, конечно, не такой промети, как я предполагал. Когда мы руду как бы выкапываем полностью, залежу, да, она исчезает. Как вот исчезла вот эта вот медь здесь. И когда там чуть-чуть ее покопал, там написано, что да, остается там уже 70%, 50%, там 10%, 30%. Но тут что-то не то. Так. Тем временем час уже прошел, час я тут копаюсь, да, и новое, не новое, а задание мы можем теперь повторить. Некоторые у Талана, да, можем повторить все задания. И я предлагаю взять вот это задание, да, опять же, найти какое-то скрытое анхолия место. По-моему, отличное задание. Но, да, мы можем еще, кстати... Давайте мы возьмем, наверное, вот это вот задание первым делом. Что с Counter-Strike? Мы в Counter-Strike поиграть сможем только на Превознесении. С репутацией давайте глянем, как у нас дела. Довольно неплохо растет репутация от убийства дронов. Со всеми остальными фракциями тоже растет. Давайте возьмем вот это вот задание, все-таки посмотрим на него. Ну, это, наверное, я и не буду повторять. Но с Талоном задание надо будет еще некоторые поделать. На убийство живности прекрасное задание на этих, на арахнидов. И вполне себе хорошее задание разведка вот этого, да, анхоли места. Быстро и легко. Так вот, что у нас здесь? Видимо, что-то там не ценят зираксы, поэтому их надо убить, правильно? Ну, в общем, нужно помочь с обороной где-то. Да, давайте посмотрим, что, куда. Найти facility. Mining Station. Нападают, как я понимаю, да, зираксы на станцию добычи Поляриса. Сейчас посмотрим, это будет интересненько. Мы можем как-то... Тут, по-моему, еще были залежи руды какие-то. Если... А, стоп, подождите. Метка 7 километров. Как будто бы вот здесь по карте, да? Или это на краю, типа, и двигаться не будет. Наверное, да. Так, с дронами сейчас воевать не будем. Оставим боеприпасы все. Для войны с этими, да. И големов тоже не будем трогать. Патронов не так много осталось. Железо мы нашли. И там еще неизвестное место, которое мы тоже осмотрим по дороге. Ой-ой-ой. Вот это на расстоянии 6 километров майнинг стейшн, та, которая на территории, как я понимаю, Поляриса расположена. Мы примерно как раз на таком расстоянии, относительно недалеко. Сейчас посмотрим, что это. Но тоже время не будем тратить. Вдруг там действительно нападение какое-то. А, тем более это разрушенный храм. Мы такое уже видели. Спасибо. Или мы древний, кстати, видели, а не разрушенный. Вот этот древний храм мы видели. Здесь я меточку не поставил. Вот здесь поставил, да, а там не поставил. Надо ставить пометки, где мы что осмотрели, чтобы не возвращаться. Так, давайте посмотрим. Мы прибыли уже к шахтерской станции. Thank you.
О. Так. Сколько у нас патронов? 58 осталось. Большой дрон с плазменной пушкой. И патронов больше нет. Ай-яй. Ай-яй. Ты умирать собираешься? Задание сделали, в принципе. А этот что-то не хочет помирать. О, есть. Фух. Так, пойдем поедим сейчас. Проголодался я. И мы получили еще 1000 с лишним, по-моему, да? 1200 или 1000. Энергоячейки, осциллятор нам тоже нужен был где-то для чего-то. Так, надо быстренько поесть и... Наверное, только поесть. Лечиться мы можем прямо здесь. Так. Хорошо. Полутаем быстренько дронов. Буквально на последних патронах реально мы справились здесь. Какие-то штуки непонятные. Но, по-моему, никто мне не помогал, да, по ним стрелять? И они не стреляли ни по кому, кроме меня. Причем, пока я не вышел из корабля, они тоже по мне, по-моему, не стреляли. Как-то странно в этом плане было немного. Как будто... О, смотрите, там это, да? Газовый гигант, который на карте у нас вон виднеется. И все. Больше других планет тут пока не видать. Ребята, кстати, тоже жалуются. Читал я где-то, что в 12-й альфе не спавнятся планеты. В первой... В стартовой системе не спавнятся какие-то обитаемые планеты. Нужно искать другую солнечную систему. Если захочется свалить с этой стартовой планеты. Что всего там пару небесных тел, да и обитаемая планета только одна. Так. Давайте посмотрим. Где-то здесь у них был банкомат. Во-первых, да, мы можем полечиться здесь. Чудесно, спасибо. Где-то был у них банкомат. Может быть, на втором? Это, по-моему, не банкомат, да. Какой-то широкий дядя.
Вон, по-моему, банкомат, да? Блин, проклятые стекла. Так, внести. О, 3500 у нас на счету. Мы теперь можем и с торговцами, да, пообщаться. Где-то что-то у кого-то может быть купить. Торговец Market Cafe. Можно еды прикупить у него, но он нам не интересен. Какой-то пургаторий. Пистолет. Как раз мы нашли пистолет Mark II. Кофе, усилитель общий. За 9000. Экипаж. Ух ты. Этот блок подразумевает группу блоков. Поместите... Понятно. Описание просто потрясающее. Можно будет мужиков у себя, да, разместить на базе где-нибудь? Или на корабле чисто для вида, наверное. Ну, интересно. Вино. Брусок платины. Так. Мы можем в картишке зарубиться с ним, да? Что? Подожди. Это фиаско. Я... Случайно, сорян, ребята. Взорвал его вместе со столом. У меня разрывная снайперка, походу, была. Сорян, пацаны. А где мой? Я, наверное, выложил все золото, да? Но уже не важно. Хорошо, что... Не... Да, блин. Вообще как-то печально сделано. В плане репутации. Теперь придется заново поднимать репу. Блин. Лучше бы они все бессмертными были. Как же он взорвался? Ну или хп там у них было побольше. Ну, камон. Как так? Это фиаско вообще. Ладно. Деньги на счет положили, полечились. Давайте вернемся домой и разгрузимся. Мы много сегодня полезного насобирали барахла, да. Золотые монеты все здесь. Не поиграть в картишки, короче, теперь больше здесь никогда. На базу вроде никто пока еще не нападал. Давайте посмотрим, сколько дней до нападения осталось, если там меняться будет. Давайте отключим, наверное, полностью наш ховербайк. Закроем эти двери и... Что тут пишут по статистике? О, меньше одного дня. Точнее, да, меньше одного дня. Отлично. Отлично, я готов. Нет, я не готов. Надо быстро крафтануть патронов. Да, 15-миллиметровые. Да, давай. Много патронов. И давайте в холодильник перекинем. Вот это у меня в холодильнике тоже лежит. И вот это вот все в холодильник пока выгрузим. И поедим немного мясца. Так. Давайте поставим еще крафтиться мясо. Лучше, чем колбаса. Больше голода восстанавливает, но колбаса хранится дольше. Но в холодильнике нам все равно, что где будет храниться. Все, отъелись. А, что у нас, что у нас, что у нас? Пушка у нас есть, патроны для минигана. Во, патроны 15-миллиметровые в ховербайк, в контейнер для боеприпасов. Контейнер для боеприпасов из моего уже инвентаря. 15-миллиметровые пошли. База.
Так, выкладываем все остальное. Сейчас будет интересно. Меньше одного дня, они прямо сейчас могут уже прилететь. Улучшение для дробовика тоже можно будет глянуть. Так, контейнер для боеприпасов. Что там у нас еще? Пойдет, 600 патронов есть. Здесь еще куча барахла. Здесь еще тоже куча барахла. Все, выгрузили. Не могу ли я случайно щит сделать для ховара теперь? Нет, все равно конденсаторов не хватает. Так. Включим тогда... вот это вот дело. Ой, перезаряжайся, перезаряжайся. Но поблизости пока никого. Интересно, как нам что-то где-то как-то скажут? Сообщат ли заранее? Я хотел посмотреть на ховер, что там у него по топливу. Много топлива. Так. Ну, будем ждать, смотреть. Давайте попробуем еще вот таких вот турелей скрафтить немного. Посмотрим на них. Я еще не посмотрел, их как там можно менять же, получается, форму, да, вот эта стрелочка, значит, что есть некоторые другие вариации. Надо будет глянуть. И сделаем еще патронов, наверное. Я надеюсь, они одинаковыми патронами стреляют. Так. И я поглядываю на этот, на ховербайк сажусь. Запускаю сканер, и вроде пока ничего не видно. Красных точек никаких нет. Буду отбиваться, наверное, вот отсюда. Если они не умеют копать, и если они дистанционно не могут хакнуть ядро. Тут еще тоже. Они точно могут хакнуть ядро, но может быть им нужно к нему непосредственно пробраться. Да, они с гранатометчиков своих сюда могут завести и расфигачить все ракетами. Ракетометчиков. Но пока посмотрим. Пока не ясно. Но очень интересно. Давайте глянем. Ага. Так. Так. Эти турели на стену можно поставить. Есть несколько разных вариантов. Мне нравится. Мне нравится. Давайте сейчас куда-нибудь зафигачим. Только, наверное, не так. Вот так вполне смотрится интересно. Может быть... давайте на самом деле... вот так вот поставим одну. И здесь... здесь, наверное, вот это попадать не будет. Это еще ладно. Пусть стоит. Но ее тоже надо проверить. О, ей тоже можно управлять непосредственно. Но вопрос... ага. 163 метра дальность. Она не перезаряжается. То есть ей какие-то другие боеприпасы нужны. Давайте тогда смотреть. А ну-ка. Все равно не перезаряжается. Ты смотри. Патроны для винтовки? Серьезно? 140, да? Патроны для винтовки. Вот это вот солидная пушка. Так, ладно, тогда давайте поставим еще патронов для винтовки крафтиться. Это неожиданно немного.
Ну да, пусть будет много этих патронов. Я сейчас от своей винтовки выложу все сюда. 530. Да, да, я удивлен. Немного. Сканер что пишет? Пока ничего, никого нету. Что пишут здесь? Ничего нового. Поставлю маленькую пушку, наверное, вот сюда. Еще одну. Пусть помогать будут немного отстреливаться. Большую надо, наверное, вырыть где-то вот тут вот место еще для нее и поставить. Но это не сейчас, наверное. Хотя, с другой стороны. Все равно ждем у моря погоды. Давайте вторую турель поставим. Пока что-то никого нет. Вроде долго уже жду. Кажется, что день уже прошел. А что-то, кстати, они не меняются внешне, да, по-моему? Я вот выбираю вот такую с такими штуками по бокам. А она точно такая же, по-моему. А, вот в чем, наверное, разница. По бокам одинаковые остались, а тут типа пулемет. А там... Там тоже, по идее, пулемет. Обе пулеметные турели. Крупнокалиберная. А нет, смотрите, получается турель турелью, а да, мы меняем ей этот самый. Тип стрельбы и боеприпасов. На удивление. Хоть как бы из одного блока фактически обе турели идут. Ну, никого вообще. Я в шоке. Скоро. Уже нападение скоро. И реально такое ощущение, что уже тут не знаю какой день. Пятый сижу. Давайте посмотрим. Скоро нападение. Ну, ждем. Ждем. Я уже тут, смотрите, выкопал красивенько так практически. А, вроде бы примерно понял, как копать более-менее плавно. Нужно просто не напрямую держать ствол нашего мультитула, а вот как-то так, более покасательный. Тогда копает как-то более ровно, более сглаженно. Вот так вот, можно даже подравнивать такими кусочками и более-менее неплохо выходит. Где же нападающие? Может, они как-то в определенное время, там на рассвете приходят всегда. Пока никого. Я уже просто заждался. Ваша база находится под атакой. Отбейте ее. Где? Вот. Транспорт. Маленький транспорт пока что летит. Давайте мы сядем, наверное, за пулеметную турель. И будем надеяться, что они не будут копать. Где они, где они? Будет смешно, если они сейчас прокопают где-нибудь с тылу, сверху. Но по идее у нас довольно широкий открытый путь здесь. Я очень надеюсь, что они по прямой пойдут. И я рад, что сообщения приходят чуть-чуть заранее, но вполне нормально. Патронов надо было больше сделать. О, уже слышно транспорт. Они прямо вот сверху высадились где-то, похоже. Настолько глупенькие, да? Что не пойдут?
по прямой. Или они наоборот настолько умные, что они пойдут по прямой. Ладно, мы сейчас к ним попробуем вылететь тогда на ховере. О, вижу. Вижу. Среди елок вражину вижу. О. Ух. Надо двигать. Блин, еще и инопланетный этот. Убийца. Блин, а тебя в кустах засели и все, да? Не вижу их. Вон вижу, по-моему, да? Вот это. Зирак с пулеметом. О-о-о, вот-вот, да. Поздравляем! Вы успешно защитили свою базу. Ура! Колбаска. Бесплатная доставка колбаски и кофе. Где-то был еще третий. Вот, вижу. Мазь от ядовитого укуса. Набор улучшения тяжелого вооружения. Более сложных изделий тяжелого вооружения. Ну что? Мы как бы отбились. Ура. Но они, короче, не идут к нам. Смотрите, отличная система. Подземная база прекрасно нас защищает. Ой, тихо. Но это, конечно, не весело. Когда мы переберемся на какую-то более красивую планету зеленую, где у нас будет более постоянное место для обитания, там мы сделаем уже базу нормальную. Так, все, тебя можно отключить. Бесплатная доставка колбаски. Давайте посмотрим первым делом. Во, нападение пока не планируется. Никакие. Ну и ладно. Ну и ладно. Колбаска сюда пойдет, мы пока мяско поедим. Компонент улучшения тяжелого орудия. Оружие. Давайте посмотрим. Для пулемета у нас считается тяжелым. Да, тяжелое вооружение. Серию, да, мы в любом случае заканчиваем. И в следующей серии продолжим. А пока я пойду немного подфармлю опыта, и может быть мы сделаем дробовик и с новым сочным дробовиком пойдем как раз вот сюда, выполним заодно еще раз квест у таланов сюда и зачистим, попробуем вот эту вот факторку. Я думаю, будет интересно. Но это в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.